Как ты считаешь, как спортсмен, стоит или не стоит российским спортсменам ехать под нейтральным флагом? Твое мнение? Это даже, я думаю, безоговорочно нужно ехать хоть под нейтральным, хоть под, ну, конечно, да, флагом, потому что мы спортсмены, мы ради этого ставим на кон все. Наше свободное время, нашу жизнь, наше здоровье в первую очередь, и потом отказываться из-за каких-то политических недопониманий нашего государства. Я считаю, что это очень несправедливо. И люди, которые говорят о том, что вот они предатели или что-то в этом роде, они просто не знают этот тяжелый путь, чего он стоит и какой ценой он нам дается. Проблемы государства, которые она на данный момент не может решить, это же вина государства, то, что мы оказались в таком положении. Мы вообще ни при чем. Если государство нас не может в данный момент защитить и сделать так, чтобы мы ехали под своим флагом, я думаю, что в данный момент все претензии должны быть к политикам и к государству, а не к спортсменам, которые просто делают свою работу и хотят добиться результата от этого. Мадина, спасибо, что нашла сегодня время увидеться с нами, пообщаться, побеседовать. Я думаю, ты не последний раз в Петербурге. Мы будем следить за твоими успехами, за твоей карьерой. И мы очень рады, что ты у нас в гостях в Петербурге. Здесь очень проживает много достойных гостиниц наших земляков. Я думаю, будет приятно. Мы понимаем, что ты гордость нашей нации, что у тебя еще все впереди, что ты прославляешь нашу республику, нашу нацию по всему миру. И мы от всех гостиниц Петербурга, от Северо-Осетинской общественной организации ИУЗИНАТ, Петербургское отделение, сделать тебе такую благодарственную грамоту, позволяю, зачитаю, за прославление Осетии своими спортивными достижениями и пример для молодежи. Я думаю, будет тебе приятно и нам, и тебе. Может, у тебя есть какие-то пожелания для наших земляков, для молодежи, может, какие-то наставления для молодежи, может, для всех гостей всего мира. Можешь, пожалуйста, поделиться. Спасибо большое за грамоту, это для меня очень большая честь. Я очень рада, что вы уделяете время нашей нации, нашему народу, поддерживаете нашу культуру. Также я хочу передать всем нашим землякам, нашей молодежи и пожелать им, чтобы вы никогда не забывали, кто мы, откуда мы. Также я хочу пожелать вам, чтобы вы вели здоровый образ жизни, много-много здоровья и счастья вам всем. Спасибо большое. Увидимся еще. Спасибо. Давай общее фото сделаем сейчас резко. Спасибо.